Помощь пришла и в глубинку. Правомобиль днем в среду работал в Ивановском районе. Если говорить объективно, автомобилей было два. Один пенсионного фонда, второй приставов. Чтобы оказать квалифицированную помощь жителям сел и деревень, приехали также нотариус, специалист Росреестра и департамента соцзащиты. В населенном пункте правомобиль стоит около часа. За это время на консультацию приходят все желающие. У некоторых специалистов всегда очередь. К Росреестру очень часто обращаются именно люди, у которых находится в собственности земельный участок, и не сложились какие-то отношения с соседями. Забор передвинули на несколько метров вперед, либо неправильно изготовили кадастровые документы на землю. Такие. За один прием к специалистам приходит до 60 человек. В этот раз выбрали три населенных пункта в Ивановском районе – Биберево, Лесное и Озерный. Именно оттуда была заявка на юридическую консультацию. Приехали специалисты, которых здесь в шаговой доступности нет. Зачастую приставы обращаются к таким вопросам. К проценту удержания и заработной платы, почему списали денежные средства, на каком основании. Мы им разъясняем закон федеральный об исполнительном производстве, также порядок удержания и заработной платы, что 50%. Также по вопросу алиментов обращаются взыскатели, также и должники. Очень много таких вопросов, входящих в компетенцию службы. Но у жителей Озерного оказались проблемы, которые не могут решить эти специалисты. Волнует местных вопрос сбора ТКО и тариф. Больше 80 рублей с человека в частном секторе, считают жители, это очень много. И для кошелька обременительно. У меня четверо прописаны. Почему я должна платить 350 с лишним рублей за то, чего у меня нет и никогда не бывает? Вот вопрос. Я хочу узнать, на кого подавать в суд? На департамент по тарифам или на мусорщиков? Я не плачу за четырех человек. Я теперь плачу по факту. Взвешиваю каждый мешочек. У меня соседи расписываются. И я оплачиваю столько, сколько у меня нет. На квитанции пишу. Три пакета по 3 килограмма. И плачу за одного человека. Ответ на вопрос, на кого подавать в суд, так и не нашел ответа. Это учтут на будущее организаторы правомобиля. И компетентных в данной сфере чиновников пригласят. Это был третий за год выезд. Консультанты уже посетили Фурмановский и Комсомольский районы. На очереди села и деревни Заволжска. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Ивановский район.